происходит очень простая вещь. Путин свалил всю ответственность на людей, которые без инструкции администрации президента не примет ни одно решение. Поэтому все, что там принимают регионы, все, что они делают, это вовсе никакая не самодеятельность, это вовсе никакая не решительность. Это все согласовано с администрацией президента. Просто отвечать за все это будет не Путин, а они. Если у них все получится хорошо и эпидемия закончится, Путин скажет, что это он молодец. А там, где будет плохо, будут отвечать вот эти вот бессловесные, жалкие, никчемные люди, которых якобы люди сами выбрали. Это, во-первых, кто будет за все это платить? То есть я услышал от Путина только одно, что те губернаторы, которые решат, что как бы чего не вышло, ну или получат такую инструкцию из Москвы, они до конца апреля закроют все. Ну, чтобы лучше пусть ничего не будет. Правильно? Логично? Это вполне по-чиновничьи. И вот у меня вопрос. Кто заплатит людям зарплату? Кто оплатит частным людям, работающим в частном бизнесе, вот этот месяц апрель? Потому что в прекрасном городе Москве, где все так чудесно и текут реки молоком и медом, людям пообещали 20 тысяч за утерю, ну вот эти, потерявшим работу. У нас в Екатеринбурге ничего никому не пообещали. Я не понимаю, как такое может быть, что люди целый месяц не будут работать, и кто-то им должен в частном бизнесе или где они там работают заплатить за этот месяц деньги. Как они проживут этот месяц? Как они проживут май месяц? За какие деньги? Вот на эти вопросы Путин не ответил. И я вообще подвел бы итог его выступления фразой «дедушка завещал долго жить». То есть вот сидит какой-то дедушка, который сказал, вот значит, вот пусть рулят губернаторы, а зарплату вам всем кто-нибудь тоже заплатит. До свидания, хорошего настроения. Все. Это все, что сказал Путин. То есть, по сути, он просто умыл руки и свалил все на каких-то других людей, которые должны отвечать перед населением, почему людям стало так плохо жить, и жить только хуже и хуже. Федор, ну вот все то, что вы сказали, это звучит как раз-таки как начало регионального кризиса, который потом может ждать страну. Нет, это не региональный кризис. Что регионы? Ну что, ну в каком-то регионе, что люди скажут, мы голодные, холодные, и что, ну пришлют ОМОН, их всех побьют. Кризис должен происходить в столице. Россия, по факту, это не федерация, а унифицированное государство, где решение принимается в Москве. Это де-факто унитарное государство. И пока Москва сытая и довольная будет спать, вот никто пусть не ждет ничего из регионов. Ничего не будет в регионах, пока сытая Москва получит свои 20 тысяч славянских подачек и будет сидеть и ходить там коды получать, и в очереди, и отчитываться за каждый выход из дома. И пусть дорогие москвичи наслаждаются этим. Им за это Собянин всем раздаст там какие-то деньги. Нам никто ничего не раздаст, и я бы не советовал никому ничего из регионов ждать. Потому что людям сейчас надо будет решать вопрос выживаемости. То есть не ходить на площадь, не митинговать, а просто тупо думать, где им взять деньги. Потому что в отличие от Москвы, я повторюсь, никто никому, ни в Екатеринбурге, ни в Челябинске, ни в Нижнем Тагиле, ни копейки пока не пообещал. Вот это реальная проблема. И я не уверен, что у Путина трюк пройдет, потому что и это он может там кому-то придумывать, что это не я виноват, это вот губернатор виноват или там еще кто-то виноват. Когда люди озлобятся, конечно, виноват будет он. И я думаю, до этого времени осталось несколько месяцев.